Всем привет, вы на канале GameDop, это игрушка Diablo 3, до начала 10 сезона еще 2 или 3 дня, не помню. Делать нечего, так что я вот пытаюсь пронести 92-й портал. Я себе выбил первозданные ботиночки, хотя мне и прошлые ботинки были чуть-чуточку хуже, чем первозданные, так что от этих ботинок я особо никакого прока большого не получил. Совсем чуть-чуть поднял себе ДПС и выносливости. Вот если бы щит упал бы первозданный, да, было бы офигенно. А ботинки никакой роли мне особо не играют. И не сыграют. Так, давайте. Я уже, не знаю, раза три или четыре уже ходил на 92-й портал. Каждый раз записываю вот это вступление. Мне уже вот так все перемешалось. Что я говорил, что не говорил. Мне эти вступления уже записывать надоело. Так что не буду ничего говорить, потому что надоело просто. Все равно сейчас, наверное, тоже не получится пронести 92-й портал. Мне реально не хватает ДПСа. А чтобы поднять ДПС, это нужно только парагон поднимать сильно. Но его сильно поднимают только, не знаю, боты, наверное, сильно поднимают парагон. А своими ручками это, не знаю, пустая трата времени. Так, что-то на начало не очень веселое, плохие мобы, плохие, плохая локация. Вот это мобы. Бьёшь, не пробиваются. Так. Потратил кучу времени. Немножко зомбаков полутим. Куда идти? Вниз, вверх. С моим везением я сейчас в тупик зайду. Так, синяя элитка. Мобов мало, чтобы ее бить. Но... Так, 10 статов. Давай. Давай. 4 стата. Вообще мало. Прыжок. 4 стата мало. Так. 6. 6 уже получше. Так. Давай, давай. Говорю, что не хватает ДПСа. Жесть, жесть, печаль просто. Больно. Моей душе больно. Давай, ну, пяточка ж ХП. Так тяжело добить или чё? Так. Тут можно застрять. Опять синяя элитка. С лучами. Это жопа. Бить, не бить её. В чем же вопрос? Это непробивная, по идее, элитка. Давай. Не сейчас. Мне нужно лечение. Ой, пассивочку пробили. Долбаные лучи. Так, пол ХП снес, да? Пол ХП снес. Давай, 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 родной, ну подожми, подожми. Пятка, пяточка ХП остается и вообще бьешь, 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 бьешь. Оно ни хера не отнимается, ХП это. Убили. Тупик. На тупике мне конкретно везет. Мобы говняные пройти не дают. Потому такие тонкие проходы я очень сильно не люблю. Выход. Нет, не выход. Желтая, желтая элитка. Мало мобов. Тогда иди в сраку. В сраку иди. Тем более с лучами. Ха, и с ледышками. Ага.
Давай, сейчас мобов побьем и сваливаем отсюда вас. Ой, сейчас сдохну. Ёбываемся. Вы чё, охуели, блядь? Пиздавал, сука, сюда, чтоб в тупик зайти. Пидоры ебаные. Нахуй пошли. Блядство! Какое нахер терпение? Блять, давайте добивать, короче, ее. И вы не сдохнут. Добиваем. Ее там. Давай, родная. Давай, родная, Элиточка. Давай. Ну уже время. Давай, сдохни ты уже! Твою дивизию, блядь, что такая жирная? Еще не было ни одного бафа. Щит, блядский щит. Ты ну нахуй тебе надо. Мне силу дайте, я не знаю. Ну вы можете кучнеть, что ты? Одна там стоит, вторая там стоит. Сюда, пиздуй давай. Пизданута, дурная, сука, элитка, блядь. Вот с кем ты бьешься, стоишь? Пизду, конченая, блядь, элитка. Щит ебаный дали, нахуя мне этот щит, блядь? И выход, сука, нахуй. Ебанутая карта, блядь, ебанутые мобы. Мне уже так это бесит. Хочу пронести 92-й портал. Силушки не хватает, желтая элитка. Заебала она меня. И лучи. Почему постоянно эти лучи? Сколько можно этих лучей ебаных, блядь, мне пихать под жопу, блядь? Пиздануться, блядь. Давай уже, ну сдохни ты, ёбана в рот! Свинья ты толстая! В жопу ты ранен! Блядь, телепорт сраный, куда ты портируешь меня? Убил! Ёбаную хуйню эту, блядь! И здесь желтая элитка. Это вы заебали этой желтой элиткой, блядь. Как вы не заебали этой желтой элиткой? Где она, блядь? Подземную, сука, залезла. Ебануться, блядь. Пиздатая элитка, нахуй. Лоба передох, а элитка под землей сидит, нахуй, блядь. Заебись меня. Yeah.
мобов столько, не пройти даже, даже пройти не дают. Они еще убиваются полчаса, эти мобы ебучие. Опять желтая дитка. Вы что, всрались нахуй? Давай, давай. Что ты не готов? Все ты готов. Вот только постараться надо. Вот так это нормальная дитка. Уже пол хп снесли ей. Нормально, нормально. Давай. Прыжок. 400 то мало. Мало. Ага, там тупик. Молния. Хуй его знает. Не, молния нормально. Только бы сейчас бы элитку поймать под эту молнию. Они тупик, как обычно. Нема элитки. Вот как ни крути. Вот когда надо, нету. Ну вот, элитка, и чё, блин? Молния уже кончилась. Молния уже кончилась, пока я нашел эту элитку. Ого, ого, пробивают как. Давай. Ой, тяжко, как же тяжко живется мне. Какие-то насекомые мелкие ползают. Обнова. Ну, элитка, что говняная. Ох ты ж, блин. Гасим её к ебеням, блядь. Можно кучнее, ребята, кучнее, пожалуйста. Почему вы разбежали все? Кучнее, можно, кучнее. Комрад, давай, стягивай всех. А то когда не надо, ты подтягиваешь. А когда надо, ты нихуя не стягиваешь. Ну, пятка хп не пробивается. Процентов. Где мобы? Где сраные мобы? Где? Девяносто семь. 98. Нифига, я не успею принести. Девяносто девять. Сейчас босс. С боссом не повезло. Я этого босса буду полчаса бить. Оно падло текает постоянно.
постоянно падает, текает. Нету терпения, я говорю, нету терпения. Да нихуя я не успею, пизданулся, блядь. Вот хули ты прыгаешь, нахуй, хули ты прыгаешь? Да хуеть, нахуй, блядь. Стой, сука, ну стой ты, блядь, ну 15 секунд, блядь, пиздануться, как же тяжело, сука. Все, нахуй, проебали, счастье, нахуй. Уебище, локация, уебище, мобы, и босс, сука, уебище попался. Все, нахуй, время прошло, блядь. Охуеть. Пятая попытка, блядь. Сука, пятая попытка, блядь, уже. И всегда не хватает времени, ебаного времени не хватает, блядь. Все, хуйня. Всем пока.